Привет, меня зовут Леонид, я тренер Академии бокса. Со многими спортсменами работал. Я в штате у Сироткина был на протяжении многих лет. С Серегой Ращенко работал, с Федором Чудиновым. Сейчас вот Карен Маргарян у меня. Ну, я просто сам всегда боксировал в атаке. Я люблю очень атакующих боксеров и тех, кто работает серийно. Я люблю тех, кто бьет много, и тот, кто идет вперед. То есть, как бы, и я пытаюсь подводить свою работу под это. Чтобы центр ринга забирать всегда, стараться. Удержать центр ринга, пытаться работать больше, чем одиночным, больше, чем двойкой. Лучше серии, а лучше всего несколько серий. Самое кайфовое? Ну, наверное, само внутреннее содержание поединка. Момент поединка, когда ты устаешь, когда уже хочется, чтобы все остановилось, а надо еще бой выиграть. Сам поединок, да. Техника бокса одна, а двух одинаковых боксеров не бывает. Понимаешь, да? То есть, как бы, то движение, которое предлагает учебник, накладывается личностные качества, такие как темперамент, свойства нервной системы. И мы получаем абсолютно разных боксеров при наличии одной и той же техники бокса, да? Ну, если ты обратную связь с ним установил, то есть, как бы, если он тебя слышит и понимает, то, наверное, ничего, в принципе. Научить можно и обезьяну. Тут несложно просто. Здесь задача какая? Задача дать человеку навык. А как он уже им будет пользоваться, это уже покажет бой. То есть просто одно и то же движение можно выполнить вперед, назад, влево, вправо, в атаке, в ответной форме, да, после защитного действия, навстречу, ну и так далее. Один и тот же навык можно использовать в разных вариациях. Вот. Ну, соответственно, здесь уже работает личностные качества больше. Темперамент и то, как человек сам чувствует и видит поединок. Бокс, ну, это дело жизни, я думаю. Творчество. То есть я к этому не отношусь как к работе. Маловероятно, что я поменяю это дело на что-нибудь другое.